Так, а я хочу поделиться своими впечатлениями о курсе, делали 1-2. Значит, я попала сюда тоже буквально с места в карьер. Я ходила на прием к кинезиологу, вот, как потом выяснилось, я тогда была ученицей Валерии. Значит, и просто ну, волшебные результаты у меня были. Я прям в таком была шоке, что такое возможно. Ты идешь, и проблема решается. Ты идешь, и опять решается. И я все как бы ну, не раз выходила, и потом такая Оля, говорю, я тоже так хочу, говорю, как научиться. Ну вот, посоветовали Валерию, я попала на этот курс, и поначалу мне казалось, что я не осилю. Но вот сейчас я понимаю, что просто нужно время, нужно потренироваться, посидеть, и, в общем-то, все будет отлично. И вообще-то, ну, считаю, каждый должен пройти, потому что это действительно работающие инструменты, которые помогают в вопросах и как-то экологично. Поэтому спасибо большое, что есть такая вот возможность получать эти знания.